каждый день читала. А, это... Чекайте. Это от рюкзака фигня. На... Тягушки. Драка пошла. Драка, твой хуй, моя срака. О. Нет, там капу гонять мне не надо. Я не дружу с геймпадами, жойстиками. Почему на Экос не перейдешь? Блин. Я бы только купила. Я попробую. Рот, наоборот. У меня, кстати, в тот период, когда ты бросала курить, гном в ДСе пропал. Я же говорю, я злой была. Сори, в доте не шарим. Мапки, с тебя, кстати, 2000. Мы не посмотрим, да? Привет, как дела? Обними меня. Дела хорошо, но я не соображаю вообще ничего. У меня голова ватная. Что? В смысле, кого осуждаем? Что я сказала? А... Что или он сказал? Я еще раз посмотрю на всякий случай. МК-11 на ПК есть вообще-то? Ну, так с геймпада же проще. Мапки, кстати, 2000. Я тут пришел, блядь. Играем сегодня в топ-плей. Чел гречку доедает сухую, ебать, солью, блядь. И у меня ебало сейчас, когда такое, блядь. Весь в рот в гречке, нахуй. Брат, может тебе сосисок купить? Тебя братишкин в прямом эфире осуждает? Осуждаете, ладно. Туалет, а там батя дрочит. Я спрашиваю, что ты делаешь, он говорит, дрочу. Ты не волнуйся, тоже так что делать случилось? Будешь скоро. Я спрашиваю, почему, он говорит, потому что у меня уже рука устала. Не осуждает? Так, блин, осуждает или не осуждает? Вы чё? Что случилось? Блин, опять... Вы опять про эту фотку. За нами косяков нет, мы вот, блядь, все у нас хорошо. Было бы смешно, если бы не было правдой. Вот, например, с ним на фотке Денли. А вот... Вот что за хуйня, блядь, вы можете сказать? Что это, блядь, за хуйня? Что это, блядь, за... Это я видел. Что это, блядь, за инст... У меня эта фотка в Инстаграме год находится, и тут видно, что нас фоткает другой человек, господи! Если бы вы были на меня подписаны, вы бы видели, что мы тогда праздновали день рождения, и он без майки, потому что мы гуляли все под дождем. А женские майки я не дам парням. Так что, ну блин. Сайт. Ну вот, вот, просто вот, было бы что-то такое, что вот реально я бы такая сказала, что да, ну было, ну бывает. Но так, ну это нечестно, это обидно. Обидно, когда... Я хуею, блядь. Подставляют. Что, блядь, происходит? Почему какие-то чуваки ебут всех стримеров на Твиче? Я не понимаю. Ну, блин. А вот тут его оседлала уже наша Таня. На этом скрине она даже пишет с его страницы, так как ее телефон разрядился. А вообще я сбился. Что, было? Ничего не было. Мы день рождения праздновали. Это мой друг, который находится у меня в СП. Он у меня папой находится. И все мои зрители, как видите, не осуждают меня, потому что они его знают. И они все вот эти сторисы и все это помнят. Ну я не понимаю, как, блин, как этот чел вообще, не знаю, кто вот это видео записывал, он просто не додумался о том, что нас кто-то фоткает. Нет, типа, да, конечно, может быть тройничок там и тому подобное, но, блин, ну такое. Зачем? Повар, блядь, повар, ёбаный, а это не повар, сука, кто? Да слушай. Вот тут его оседлала уже наша Таня. На этом скрине она даже пишет с его страницы, так как ее телефон разрядился. А вообще я сбился со счета, когда узнал, что между этими парнями у нее было еще... Я ничего не осуждаю. Денли не знаю. Она меня тоже мало знает. Все, мне похуй. Я увидел, увидел. Да, я не... За нами косяков нет. Мы вот, блядь... Окей. Чел же на видео не сказал, что ты его оседлала. Ну, комментариев потом пришло куча. Мне на это все равно. В любом случае, как бы, пусть люди... Мне лично будет все равно, чем другие стримеры занимаются вне стрима. Вот реально, потому что у каждого человека есть своя личная жизнь. И как бы лично
Это фотка, она у меня в Инстаграме, ладно, была. Я, кстати, браслет надела на альпаку. И как бы никто за год ничего про это не писал. И тупо надо одному какому-то челику снять видосик, чтобы сразу так это все пошло. Но это как-то не очень. Праздновать день рождения. Если твой день рождения не похож на мой, то я на него не приду. Ладно. Не, ну типа, ну бред. Ну реально. Что это, блядь? А, это Скайбель! Я подумал, я клянусь, я подумал, что какой-то чувак, блядь, в поварском, нахуй, колпаке вышел на дорогу, блядь. Тут Илья Туз Чернышов, мне 16 лет. Блядь, вот смотрите, адекватный чел, адекватный чел. А на стриме это вообще, это типа забей вообще. Get fucked, bitch. Oh fuck, man. Oh fuck, I don't believe. Get fucked, yeah, fuck. Ладно, пиздец, бывает. Что клоун, блядь? Нет, я играю. Вова тебя уже отмазывает вместе с чатом. Короче, классно посмотрели видосики, ладно. Давайте хорошо посидим. Да, ладно. Ждем, были и промокли, из-за этого он снял футболку. Чувак, блядь, ты понимаешь, будь я парень, я бы, наверное, если бы мне такую историю рассказали, я бы, наверное, куколом себя выходит. Чувствовал. Блин, можно просто сейчас вы заставите братишкина чекнуть сторисы, короче. Все, погнали, хорошо. Окей, окей. Так, понеслась. Еще. Как их тут это долистать, чтобы во. Сейчас будет мясо. Так. Я не знаю, добавлять сторис, где просто я по улице иду. Я просто. Ладно, сейчас я посмотрю свои сторисы, что я там по улице иду делаю. Так. Я залила в актуальные сторисы, можете тупо зайти в инсту и просто посмотреть на это. Лиза, ну шо? Сейчас бы выйти на улицу под дождь. Что может быть лучше, просто полностью мокрая. Полностью мокрая. Ладно, я тебе говорил, ну я чё, они сами залетели. Короче, скажите ему, что я в актуальные сторис добавила, и все. Ладно. Этот чел ходил по стримершам. Я, конечно, не знаю, я с ним общаюсь, и как бы возможно, что я там могу его защищать и тому подобное, но как бы мы с ним хорошо общаемся. И на тот момент, когда мы с ним начали общаться, у него как раз-таки была девушка. Стримерши. С этой стримершей я общалась хорошо. Тоже, и как бы поэтому мы с ним и познакомились. То есть даже на тот момент, когда мы праздновали день рождения, как бы он встречался с той девушкой, как бы... Ну, типа, ну реально. Все, опустим, молчим. Не, мне это все равно, что будут говорить про меня, но просто дело в том, что потом других людей будут просто куколдами. Не, мне это все равно, что будут говорить про меня, но просто дело в том, что потом других людей будут просто куколдами реально считать. Я только сегодня вот написала такой комментарий, а потом, правда, его удалила, ну да ладно. Да не те он сторисы, блин, чекнул в актуальном. Алло. Все, ладно. Когда-нибудь люди будут жить без конфликтов, пожалуйста. Слева от меня сидит шкалодрон.
Была там одна сцена, где чуваки сидят, играют в Fortnite. Fortnite! Fortnite! По кинотеатру показывают Fortnite! Блять, он так елозил жопой, блять, по сиденью, это пиздец! Простите, я не думаю, что это считается спойлером, но в «Мстителях» два раза была реклама Fortnite. И мне почему-то было приятно, когда я ее увидела. Девочка, почему грустишь? Почему грустишь? Не грущу. Хочешь, я шоколадку куплю в магазине? Благодарствую, но нет, жду своего друга. Так вот он, твоя подруга сидит, по-моему, нет? Друга. А, друга? А, парень друг. Твой? Нет, просто друг. Хочешь, я им стану? Нет, спасибо. Ну ладно, пойдем. Ну давай, хорошо, я дай Птюню. Не грусти, не кисни, все круто. Друга дождись, идите гуляйте сутками. А чего у меня все живое? Да понять я могу. Даже ты, хочешь, блядь. Хочешь, я его могу. А, это Амина, я думаю, голос знакомый, блин. Вот ходит на каблуках. Мы же попить не купили. Да, туда. На эйч дворники. Так непривычно. Хорошо. Смотреть видосик с играми. Эйч дворники, что не подумались? Какие эйч дворники, блядь? Ты что, что вместо этой хуйней делать теперь? Блять, да вы чё, ё? Качу себе руль. Не захотела няшиться со мной. Какие прелести. Фу, блядь, сгорел на неё, даже не пообщалась. Жесть. Ну, это, ну... Ну, чуточку, наверное, перебор, что ли. Классно, классно. Ну, так. Классная жизнь, прекрасна. Комбо, все, короче, сейчас должен быть счастлив. Не то, чтобы я был счастлив. У меня хуй встал. Точно. Напоминаю, мне он нужен. Так. Сейчас сидит Лиза, короче, в каше. Все взяли, настроение испортили, блин. Сама виноват. Пошел нахуй, Хасан. Ай, блядь, сука, хуёвая. Хуёвая раскидка. Ой, блядь. Аж КС-ку захотелось. Ой, что-то хуёвая вышла раскидка, пиздец. А что-то слабое, блядь, получилось. Получилось слабое. Бля, вот этот кадр, куда? Куда он, нахуй? Я одна сижу с каменным лицом, или я просто выросла из этого, но... Скажите, что я не одна сижу. Ебать! Ебать, я же там по курсу, блядь! Ебать! Так, 16, ну ладно. 6, ну ладно. Это будет шутка. Смотри, как он шлепает, да, ебучий. Смотри, как он шлепает. А, не, сейчас не шлепнул. А шлепни его. А, хорошо, блядь. Ну еще раз давай. Не с кулака. Нежно, ебани. Нежно, ебани, дебил. О, хорошо, блядь. Здорово. Близко. Чем... Трое, сука, трое, чем я трое, занимался, трое, стоял? Трое. Пацаны, вы уже умерли? Я просто тут. Да еб! Бля, реально трое. Где? Я занят был. Один за мешками. А у вас нет зеленый гулик? Горло осушил и не хотелось пить. Там только с облепихой. Облепиха, апельсин. Персики, лимон. Это вкусный витамин. Для здоровья, дети, он. Витаминки, знаете, дети? Укрепят иммунитет. Выбирайте витаминки. Это вкусно, спору нет. Сами сейчас какой-то пукашный просто. Несчастный просто. Ладно. Она сделана. Сделана профессиональными архитекторами. То есть... Ну... В принципе, ты можешь лускать семечки и сразу кидать в кольцо. Ну, то есть, как бы... Россия! То есть, если ты вот здесь с девушкой сидишь, вот здесь вот, как бы, ну, шанс получить по ебалу мечом, он, я не знаю, блядь, овер миллиард процентов. Все, я хочу у чела спросить. Пошли спросим. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы cold или old? Да пошёл ты. Смотри, какие все злые, блядь. Я говорю, тут каждому подходишь, тебя нахуй посылают. Спасибо.
Я все равно не вижу ничего. Не, я реально, походу, я уже убитая очень сильно. Я сосредоточенно играю. Я даже никак это прокомментировать не могу. Когда играешь соло, ты все внимание именно непосредственно уделяешь своему персонажу, а не команде, правильно? Поэтому, ебать. Опа. Ай! Да ебать тебя, кого ебало, бля! Вот это было неприятно. Сколько ты спала? Сегодня 3 часа. Да, на коленках у Хесуса сижу. На коленочках так. Хоп-хоп-хоп. Ой, что-то не то. Так, ладно, погнали. Блин, реально нету смешных моментов. Мне кажется, если я сейчас вот вам оставлю видосик, вы будете смотреть, все равно вам не будет смешно. У меня теперь песня заела, вот это про витаминки, спором нет. Она у меня прям заела. Ты же тупала? Я слышала. Олег, быть-то надо? Я в него так давно не играла. Здорово, брат. Ой. Охуя. Брат, у меня есть кулачок. Слезы словно осколки нашей с тобой любви. Блин, минус грудь, вы серьезно? Вы чё? Блин, ребят, давайте, короче, договоримся. Вы перед тем, как заходить на мой стрим, будете заходить, не знаю, к Михвалин, к Михалине, не знаю, как точно, к другим стримершам с грудью. Будете дрочить, а потом только идти ко мне, знаете, уже так со спокойной душой. Ну, Рил, ну это же... Бред. Ты за границей играть не будешь в Орех? Я думаю, буду. Типа, а чё бы нет? Конечно, будем. Да, мы денемся. Где мы тут закладку оставляли? Где мы тут закладку оставили? А где мы оставили закладку-то? Где мы оставили закладку-то? Какой пароль, ты помнишь? Он у себя в ВК есть. Да. Ладно, вот это смешно было. Короче, это было... А, нужно... Сейчас мне насушу. Прям вообще шепот. Короче, все, пацаны, всем гудбай, всем пока, валите. Концовка понравилась, ладно.